Сегодня Чувашия чтит память первого чувашского олимпийца Арделеона Игнатьева. В далеком 1956 году он стал бронзовым призером 16-х Олимпийских игр. Уникальный спринтер из Чувашии, так называли его в газетах и журналах страны и мира. Коллеги по спортивному цеху отмечали технику бега и бойцовский характер мастера. Бронзовую медаль Арделеон Игнатьев завоевал на Олимпийских играх в Мельбурне. За свою спортивную карьеру он неоднократно становился чемпионом СССР на разных дистанциях. У спортсмена немало правительственных наград. Легенда советского спорта Арделеон Игнатьев ушел из жизни 14 лет назад. 24 октября 1998 года. Всего месяц, не дожив до своего 68-летия. В его честь назван Центр спортивной подготовки Минспорта Чувашии.